Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорные прохождения с Михаилом и только». И это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы «Hasty Night». По счету 35-я серия. Последняя, в общем, 34-я. Мы наблюдали, в общем, там, подготовку плана главных героев, как биться с Берсеркером, все приготовления их, в том числе и восстановление магической энергии Сейбер. Посредством кое-чего. Чего, в общем-то, вы не видите, увы. Ну, ладно. На этом, в общем, и начало битвы с самой, в общем, с этим Берсеркером, с Ильей, Шера, Рин и Сейбер. Так, в общем, мы остановились на выборе. В общем, что делать главному герою нашему Шира? Обеспечить поддержку Лука Сейбер, либо вообще ничего не делать. Ну, попробуем все-таки первый вариант выберем. Момент, когда Сейбер отлетает назад, я стреляю Берсеркера. Это его не убьет, но, по крайней мере, заставит отвлечься от Сейбер. Что? Стрела, ударив лоб Берсеркера, отлетает в сторону. Выходит, я даже отвлечь его не могу? Гигант не стал блокировать стрелу. Нет, его вопрос попросту не заботит мои жалкие атаки. Правильно, Берсеркер. Забудь о Шира. Мы займемся им после того, как убьем Сейбер. Михель разносится по лесу. Проклятие. Я ни на что не способен. Сейбер вот-вот погибнет, а я ничего не смогу с этим сделать. Я слишком слаб. Как бы я ни старался, я не смогу нанести вред Берсеркеру. Этим я лишь создам трудности Сейбер. Сильнейший удар. Сейбер отражает его чуть ли не по коленям, погрузившись в землю. А далее серия быстрых и сильных атак. Гигантский тесак проносится над головой Сейбер, словно молния. Когда она отпрыгивает назад, тесак задевает ее доспех и откалывает от него куски. Слышу скрежет своих зубов. Неужели я так ничего не смогу сделать? Не защитить Сейбер, не биться с ней бок о бок? Я ни на что не способен. Все, что я могу. Нарава, сэмэте имэджиширу. В таком случае хотя бы вообрази. Потому что это все, что ты можешь сделать. Кто того парня? Других врагов нет. Тот, кого ты должен победить в первую очередь, не что иное, как твой собственный образ. Все верно. На что он имел в виду? Не похоже, чтобы он просто издевался. Слова их прямо содержали в себе нечто важное. Нет, скорее уж. Возможно, все его слова звучали для меня как убеждение. Очередной удар отбрасывает Сейбер. Она не стала отпрыгивать. Вместо этого, приняв так тяжесть удара на себя, ураганная атака приходится прямо в ее корпус. Сейбер шатается. Собирая силы, имевшие пальцы и болезненно кашляя, она смотрит на Берсеркера. Гигант не упускает долгожданного шанса. Не. Мой голос растворяется среди деревьев. Бесполезно что-либо говорить, как бесполезно пытаться сымитировать Лукарчера. Я так и не ответил на вопросы. Что я могу сделать? И что я должен сделать? Правильно. Что нужно для того, чтобы спасти Сейбер? Лук не годится. Даже копье не сможет пронзить его тело. Кроме того, для гарантии, что я смогу использовать то же оружие, что и мой враг. Этот великан. Чтобы уничтожить гору, мне нужен меч.
Острый и прекрасный, меч, которым король сражает своих врагов одним ударом. Как тот золотой меч из моего сна, так прекрасно подходящий ее образу. Боль пронзает мой мозг. Едва сдерживая тошноту и продолжаю смотреть на Сейбер. Но какая ирония. Чем больше я смотрю на нее, тем почти обессилевшую, тем больше скажу с ума. Это похоже на замедленную съемку. Множество каналов в моей голове сливаются в один ряд. Болезненно кашляя, Сейбер сгибает свое тело. И Берсеркер изо всех сил выпускает на нее свой гибрид топора и меча. Словно выстраиваясь в линию, огненные мауты становятся друг за другом. Это похоже на смертельное домино. И все курки разом спущены. Сейбер! Удар Берсеркера отбрасывает Сейбер. Это все. Тело Сейбера рассечено на баталии, его куски летят в разные стороны. Нет. Не так. В воздухе оказалась броня Сейбер. Берсеркер расколол лишь ее доспехи. Сейбер смогла вырвать момент, вынудив Берсеркера сделать размашистый удар. Используя последние силы, устремилась в появившийся просвет. Черный рев вздымается как волна, но Сейбер уже слишком близко, и он не может уступить. Сжав меч обеими руками, она изо всех сил обрушивает на его на Берсеркера. Я не верю своим глазам. Гигант, который, казалось, ворос в землю, отброшенный ударом Сейбер на несколько метров. Вслед за этим... Назад, Сейбер! Следует настоящая атака. Чтобы исполнить ее, нужно было подобраться к ним как можно ближе. Тусок отталкивается от ветки, оказавшись в воздухе, бросает Берсеркера свои камни. 9, 8, 7, что там еще? В общем, что-то там, в общем, что-то там, непонятно что. В общем, а, ладно. Дождь ледяных пуль рвется к земле. Среди них три похожи на копья гигантских усосульки, силы которых хватит на то, чтобы снести целый дом. Нет, поклоняйся Берсеркеру. Илья, до этого лишь наблюдавший за нами, кричит. Должно быть, она понимает всю опасность атаки, но уже слишком поздно. Ледяное копье не просто падает. Подвергнутое ускорение, оно летит к земле, намереваясь насадить Берсеркера на вертел. Клониться невозможно. Такое выпадает раз на миллион. Быстрый ледяной дроби был прекрасно скоординирован с отчаянной атакой Сейбер. И магической энергии камней с лиху хватит на то, чтобы уничтожить Берсеркера. Но... Гигантский тесак рассекает воздух. Даже отлетев назад от атаки Сейбер, Берсеркер уничтожает им три ледяных осколка. Брызги крови. Возможно, из-за того, что Берсеркеру приходится орудовать одной рукой, лед не полностью уничтожается, и осколки травмируют его руку. И не только. Лед замораживает руку гиганта, полностью лишая ее возможности двигаться. Это касается лишь одной из его рук. Что? Голос Сейбер дрожит. И тому есть причина. Ведь другой рукой Берсеркер ловит летящую на него тосоку. Ее лицо искажается от боли. Твоей невероятной силой Берсеркер запросто раздавит Тосока. Тосока! Я бегу. Меня не волнует, что этим я лишь ослаблю ее. Меня не волнует, что я ничего не смогу сделать. Но я не позволю ему убить Тосока. Рин! Обессиленный Сейбер все же находит силы на то, чтобы подняться. Судя по теледвижению Тосоки, ей приходится нелегко. Как я и рассчитывал, говорит она с улыбкой на лице. И у нее, в общем-то, руки еще получается появляются еще 4 камня. У всех перехватывают дыхание. Сейбер и я, и даже Берсеркер замираем от неожиданности.
Она просто невероятна. Она все просчитала, но ничего нам не сказала. Берсеркер усиливает хватку, но за секунду до этого... Сдохни! Она выстреливает пулями света, использовав для этого 4 своих камня. Стремительный удар, произведенный упор, убивает черного воина. На сей раз точно. Нет, удар невероятно красиво разнес на куски его плоть. Снесло голову. Стоя метрах 10 от него, я чувствую, как на меня падают капли крови. Да это его спинномозговая жидкость. Я вовсе не рад тому, что помимо крови сюда примешаны какие-то посторонние вещества, но это не смертельно. Берсеркер был настоящим зверем. Уверена, если бы Тоска не взорвала его голову, то была бы раздавлена. Ух, я замедляю бег. Тоска по-прежнему находится в руке Берсеркера, однако битва уже закончилась. И лицо гиганта все еще окутано белым дымом. Судя по тлеющему звуку, взрыв был сильным. Невероятно. Я слышу голос Тосаки. Ошеломленными глазами она смотрит на белый дым. Не понял. Не показалось? Или пальцы берсеркера, сжимающие Тосаку, звонили глубже в ее тело? Тосака беззвучно смотрит на белый дым. Но это длится недолго. Большое белое облако рассеивается. И в нем... Лицо берсеркера, которое мгновение назад было разорвано на куски. Как я перед этим демоническим взглядом, Тосака не может вымолвить ни слова. Смех разносится по поляне. Мастер с серебряными волосами, управляющий берсеркером, стоит на другой стороне поляны и смеется. И мое мнение тебе повысилось, Рин. Хоть один раз на тебе удалось убить берсеркера. Но это все равно бесполезно. Берсеркер не исчезнет, пока его не убьют 12 раз. Вообще-то он ошибается, его уже били 6 раз, Арчер. Плюс один раз еще, в общем-то, получается, остается. Ну, я там, по-моему, говорил, что оставалось еще 5 раз. 5 смертей, 5 жизней у него. Значит, 4 раза где-то остается. Убьют 12 раз? Должно быть, из слов Ильи она поняла нечто важное. В глазах Тосаки читается слабое сожаление. Ясно. Я должна была догадаться, кто только узнал о его настоящее имя. Геракл должен был дать луком Гидре, но мы видели лишь каменное тело. Значит, его небесный фантазм — это не что-то другое. Его героя Геракла. Да, но тело и есть его небесный фантазм. Тут должна знать о 12 подвигах Геракла. По искуплению своих грехов, греческий герой Геракл совершил 12 подвигов. Награда же была – бессмертие. Ты ведь знаешь, что это значит? Запас жизней. Многократная магия и воскрешение? Верно. Поэтому он не может умереть так легко. Это проклятие бессмертия, дающее ему право умереть столько же раз, сколько подвигов он совершил. Это небесный фантазм берсеркера для длань богов. Теперь понимаешь, берсеркер только что умер от твоей атаки, но у него остается еще 5 жизней. 5 жизней все-таки, да. 6 раз убил Арчера, а теперь остается еще 5. Да. Ты облажала, Сарин. Если бы ты не зашвырнула не все камни разом, то постепенно смогла бы убить берсеркера. Наличие Ли становится неразборчивым. Краем глаза я вижу, как Сейбер бежит по направлению к гиганту. Рин, беги! Сейбер рвется по направлению к ней. Тосака пытается разжать пальцы берсеркера, но не может даже пошевелить. И...
Прекрасная, берсеркер. Раздави ее. Горящие глаза злобно смотрят на Тосоку. Тосока вопит от боли. Пальцы гиганта погружаются глубже в ее тело, словно зачерпывая кишки. И на мгновение у меня перед глазами встает переключенное тело Тосоки, так и не сумевшего выбраться из лап берсеркера. Я бегу. Забыв, кто мой враг, где я нахожусь. Все внутри меня горит от ярости. Стой! Я беру вид берсеркера. Видимо, меч такой беззащитную руку берсеркера, словно нож, нарезающий морковку. Но не оказывает никакого эффекта. Меч отскакивает назад. Он не только не способен бронить берсеркера, но даже не может ослабить его охватку. Даже простое движение должно причинить ей боль. Кроме рта, Сейбер отчаянно размахивает своим мечом. Кто? Шира? При виде меня, бегущего берсеркеру, ее лицо застывает. Отпусти ее, сволочь! Я бью его луком по спине. Но гигант не шевелится. Должно быть, он не воспринимает меня всерьез. Я не чувствую своих пальцев. Что у него за тело, если даже один удар по нему заставляет мои пальцы неметь. Пожалуйста, уходи, Шира. Голос Сейбер возвращает меня к реальности. Я поднимаю голову. И в этот момент, словно лист, гонимый ветром, я взмываю воздух. Пролетев над землей, я как кусок мусора падаю на землю. Тем ледяным тесаком берсеркер отбросил меня прочь. Лук, который я использовал для защиты, тут же разлетелся в дребезги. Ну, далеко же он меня забросил. Я корчусь от боли. Это был не треск сломанного лука. Просто одна из моих рук теперь стала похожа на паучью лапу. Каждый вздох причиняет такую боль, что мне хочется выплюнуть свои легкие. Кровь, застрявшая в глотке, не дает мне дышать. Но это не важно. Дыхание вернется для меня лишь потери сознания. Поэтому сейчас я не могу дышать. Я встаю. Нужно... Я снова бегу. Теперь моя очередь. Я сломаю его руку и спасу Тосоку. Должно быть, у него глаза на затылке. Берсеркер сделал взмах тесаком, словно отгоняя надоедливое насекомое. Я могу уклониться. Не может ниже меня ударить какая-то там ледяная рука. Делал все напрасно. Должно быть, его тесак ободрал мои ноги. Не смей ломать их, даже не прикоснувшись к ним. А глупо. Хватит, пожалуйста, отступи, мастер. Я не могу. Я не оставлю Тосоку умирать. Но что же делать? Как его спасти? Оружие и меч должен подойти. У моих ног валяются осколки разбитого лука, а сверху обрушиваются тесак берсеркера. Я поднимаю осколки, тесак опускается. Нет времени думать. Я транслирую свою магическую энергию в них. Укрепить их несложно, но тесак приближается. На этот раз лук сломан полностью, и в силах уклониться от удара мое тело падает. Значит, нет смысла укрепления этих осколков. Если я хочу сделать что-то, то нужно начать сначала. Нет ничего невозможного. Если это модель, то я любой сможет достать ее кубью. Значит, я должен повторить все с момента задумки. Состав, работу, знания, время и... Гигант оборачивается. Должно быть, он решил избавиться от надоедливой помехи перед тем, как расправиться с Тосокой. Я поднимаюсь с земли и злобно смотрю на гиганта. Страх исчез, осталась лишь ненависть. Но позади меня... Готовый даже к собственному уничтожению. Сейбер приготовилась использовать свой святой меч. Так, это наш единственный шанс, не делай этого. Ну, в общем, думаю, тогда все-таки, наверное, уверен, как второй все-таки вариант. Может, Шира сам может из этого создать, в общем-то, меч этот. Так, это наш единственный шанс. Ну, в общем, не делай этого. Убираем. Ветер расходится. В его руках начинают проступать очертания золотого меча. Меча, который не должен быть использован. Я говорю ей не применять этот меч на никаких обстоятельствах, говорил ей.
Я срываюсь. Последний канат, сдерживающий Мюшира, лопается. Не делай этого, Сейбер. Боль обжигает мою левую руку. И одно из командных изгнаний исчезает. Но... Почему? Ведь это наш последний шанс, Шира. Я не знаю, почему. Знаю лишь то, что после этого применения ты исчезнешь. Я не позволю этому случиться. Как не могу простить тебя за то, что ограничиваю ее силу, или за то, что не в состоянии спасти Тозуку. Сейбер падает на колени. Даже простое высвобождение меча уже лишило ее сил. Ты не можешь драться, находясь в таком состоянии. Значит, просто жди. Если ты не можешь вызвать этот меч, я задам тот, которым ты сможешь сражаться. Если это враг, которого ты не можешь победить в реальном мире, победи его своим воображением. Если ты не можешь победить его сам, придумай что-то, что сможет. Теперь все стало на свои места. Это и есть мое истинное призвание. Создай. Создай что-то, что невозможно победить. Воображение — твоя сильнейшая сторона. Придумай лучшую имитацию, способную повануть всех и даже тебя. Это совсем не сложно. Это не невозможно. С самого начала мое тело было магической цепью, созданной лишь для этой цели. Я вскакиваю на ноги. Все тело пылает огнем, рука вот-вот взорвется. Этот меч мой? У Север наполнен изумлением. Она смотрит на то, что я сжимаю в руке, на то, чего здесь быть не должно. Быть может от того, что меч не наделен своей собственной волей. Он сам тянется вперед и рубит руку гиганта. Тоска падает вниз вместе с рукой Берсеркера, а меч, как стекло, разлетается на осколки. Кровь бурлит в моих венах, но теперь все настало на свои места. Меч сломался. В это трудно поверить, созданный мной меч не мог разрушиться. Значит, причина в дефекте конструкции. Образ меча в моей голове был недостаточно близок к реальному. Его глаза фокусируются на мне. Гигантский тесак описывает дугу на этот раз твердым намерением побить меня. Но это не важно. Мой враг не он. По имени Шира есть лишь один противник. Данный мною меч не был безупречен. Непобедимый меч был расколот из-за ошибки в образе. Чтобы создать его снова, мало воспроизвести лишь форму. Нужно репродуцировать создателя. Я слышу вздох. Ураганным свистом тесак ходится столько, что созданным мною мечом. Наверное, отчаяние, но я блокирую своим оружием эту атаку. Моя настоящая цель – не бой. Сейчас от меня требуется лишь воплотить этот меч в реальность. Это тоже ошибка. Имя Шира не создан для битвы. Единственный, кого ты должен победить – образ самого себя. Я знаю это без слов. И теперь дело за малым. Проецирование начинается. Я сосредотачиваюсь. Эта битва с самим собой, где любые отклонения или уступки недопустимы. Выбери концепцию создания, оцени его структуру, воспроизведи составной материал. Повтори мастерство, с которым он был создан. Почувствуй все то, что он чувствовал с момента рождения. Опыт всех прожитых им лет. И призади себя во всех этих процессах. И сейчас я собираю воедино все свои иллюзии, чтобы создать меч. Гигант ревет. Разрывая воздух, меч отражает бесчисленные удары.
Но это все. Я отброшен назад. Очнувшись, я понимаю, что меч собрал в моих руках оставшиеся силы. Удар, который ранее смог блокировать, на этот раз отбросил меня прочь, как пушинку. Я почти не чувствую рук. На запястье выступило красное мясо, и оно вот тут лопнет. Ноги не двигаются, и мышцы моего тела обессилели. Я не могу стоять на ногах. Я создал меч, который произошел берсеркеров. Но это все. Я лишь простой создатель, и не могу им сражаться. Огромная тень накрывает меня. Он хорошо понимает, кого нужно бить первым. Берсеркеры налетают на меня, словно ветер, и... опускает свой меч. Но он был отбит. Изумленно я смотрю на него, пока не замечаю чью-то руку, лежащую на моей. Воздух сотрясается. Гигант упрят на меня, словно поезд, вкладывая в удар всю свою силу. Возобновение до этого... Шира, руку! Прямо у самого уха я слышу ее голос. Если удар берсеркера напоминает ветер, то скорость Эйбер подобна буре. Подлетев ко мне, она разворачивается и... Каменный меч раскалывается. Золотая молния разбивает тесак и пронзает каменное тело и... Если его форма близка к оригиналу, то близки должны быть и способности. Золотой меч глубоко входит в тело берсеркера и, вспыхнув слепительным светом, поглощает его изнутри. И произошло в одно мгновение. Свет исчезает, и лес вновь погружается в тишину. Тело покидает меня. Тело, оказавшееся таким горячим, остывает. И, начиная от кончика, меч начинает исчезать. Я смотрю на него отсутствующим взглядом. Стоя плечом к плечу, мы сжимаем руками один и тот же меч, пока он окончательно не растворяется в воздухе. Ветер рывается на поляну. Ни рыка, ни сотрясающего землю, ни режущих воздух ударов больше нету. Так значит, таков твой меч, Сейбер. Утратив способность двигаться, Иган смотрит на победившего его рыцаря и говорит глубоким голосом. Ларент, меч из камня, выросший короля. Меч, который был утерян вновь навсегда. Ты чуешь, что будет этот голос этого берсеркера Геракла? Да, я что-то не помню момент этот. Но это не твой меч. Это всего лишь иллюзия, поданная тем человеком. Он так же силен, как и оригинал. Казалось, в общем, отрубил в итоге руку этому Геракла, а потом, в общем-то, и меч тут его расколол на части. Цак этот. Сейбер молча кивает. Это была всего лишь имитация. Иллюзия меча, не существующего более. Однако... Грудь берсеркера раскалывается. Медленно... Начиная от места, пронзенного светом, его тело рассыпается, словно песок. Эту иллюзию нельзя недооценивать. Я не ожидал, что один удар может убить меня 7 раз. Его предсмертные слова лишены эмоций. Безумный воин до конца выполнял свои обязанности, и теперь его тело растворяется в воздухе. Я чувствую головокружение. Должно быть, это плата за использование такой сложной магии. Кровь, бешено циркулирующая в моем теле, разрушает мозг переизбытком кислорода. Самое скверное, голова болит так, словно череп разрубили надвое. С исчезновением врага исчезают и все сдерживающие боль преграды. Тошнота и головная боль накатывают волной, словно стремясь наверстать в то время, которое не копились. Шира. Сейбер подхватывает мое падающее тело, но у нее самой практически не осталось сил. Нет, я в порядке. Фара почти сломана, но это не смертельно. Думаю, Сейбер не поможет. О чем ты говоришь? Ты использовал магию проецирования такого уровня,
Мне нужно отдохнуть прямо сейчас. Нет, но... Сперва я должен поговорить кое с кем. Ильяс Филь. Сейбер напрягается. Пустыми глазами Илья смотрит на то место, где раньше стоял Берсеркер. Хорошо. Твои намерения мне неизвестны. Однако мы не собираемся бегать с тобой всему лесу. Прими свою. Нет, Сейбер. Не трогай Илью. Берсеркера больше нет, и она... Остатками своей силы останавливают Сейбер. Должно быть, она нас не замечает. Глядя на землю, Илья что-то бормочет. Не может быть. Ты умер, Берсеркер. И голос вспоминает голос брошенного ребенка. Илья. Придерживая Сейбер рукой, я тихо обращаюсь к ней. Должно быть, это привлекает мое внимание. Илья приподнимает голову и... Внезапно падает на землю, как механическая кукла, которую отключили от розетки. Кто? Не понимая, что происходит, я просто смотрю на девочку, лежащую на земле. Тосакан же напротив поднимается. Теперь, когда рука Берсеркера исчезла, она наконец-то обрела свободу. Увидев это, я окончательно успокаиваюсь. Я чувствую, что вот-вот упаду в обморок. Но этого нельзя допустить. Хоть и Берсеркер поврежден, он по-прежнему в лесу. Нужно набрать свои израненные тела и поскорее убираться отсюда. Пока, в общем-то, тот другой не появился и не воспользовался ситуацией, говорится, да? Какой-то другой слуга. Тот же Лансер не появлялся давно уже. Ну, или Кастер неожиданно вдруг, или там кто-то еще. Кто еще остался там живых. Я бросаю взгляд в предрассветное небо. До города еще далеко, все мои друзья изранены. Да и на мне самого живого места нет. Но все-таки к утру мы смогли это сделать. Ночь, которую я не надеялся пережить, закончилась. Дальнейший противник повержен, мы наконец покидаем зимний лес, едва не оставший нам могилы. Не ставший. Получается, пока прожжено 3 слуги из 7. Это так, 12 февраля. Судьба, самый обычный день. 3. Да, весь такой фильм «Самый лучший день», и это самый обычный день. Зарь бы так фильм. Плохо было. Интересно, почему самый обычный день такой. 3. 36. Тусклое небо. Ой, так, это кто? А, закат ли это? Или рассвет? Наблюдая со стороны, я не могу точно сказать. Бескрайнее небо и растирающееся на возвышенности поле. Небо, которое кажется недосягаемым, как бы до него не тянуться. И облака, до которых, кажется, можно достать рукой. Именно такой была битва, через которую она однажды прошла. Рядом нет кавалерии. Бескрайний лук, сияющий золотом, теперь исчез. Под темно-серым небом осталась лишь одна фигура. Вокруг следы битвы, к которым она уже давно привыкла. Здесь нет эмоций. Для нее это всего лишь обычный эпизод из жизни. В одиноком сердце девушки не осталось ничего. Оперев свое тело на золотой меч, она глубоко вздыхает и расслабляет плечи. Должно быть, битва давно закончилась. Еще раз, глянув на тела мертвого солдата, она возвращается в свой лагерь. Она пережила этот бой. Так же спокойно, как и сейчас. Что бы ее не тревожило, для меня важно лишь то, что я знаю о ней. И сейчас я вижу сон короля. С того самого момента, вытащив меч из камня, она перестала быть обычным человеком. Став лордом феодалом, по примеру своего отца, она сделалась королем рыцарей. Ее назвал королем Артуром или Артурией. Назвали девочку, которая вознамерилась стать рыцарем, и чья жизнь перевернулась. Во всем она вела себя как сын короля. Ведь лишь мужчины мог управлять их многочисленными землями и держать подчинение рыцарей. О том, что она была девушкой, знали лишь ее отец, да маг. Но она заковала себя в сталь и пронесла эту тайну через всю свою жизнь. Разумеется, это не означало, что никто не подозревал ее истинной сущности. Но король рыцарей вместе с своим святым мечом не получил ран и не подвергался старению.
Экскалибур надерял своего владельца защиты феи. Защиты феи. Тело его бессмертно. Поэтому никого не интересовало, почему у короля такое маленькое тело, а то, что его лицо больше походило на лицо девушки, расценивалось как рыцарями, как простое проявление красоты. В конце концов, подобные мелочи никого не интересовали. Ведь их король был поистине непобедим. А значит, споров о размере его тела или его внешности не могло быть и предъявлено. Люди, жившие в страхе перед вторжением варваров, хотели иметь сильного короля, а рыцарей королевства на поле боя могли последовать лишь за самым лучшим командиром. Король подходил под все эти требования, а значит, никто не задавался вопросом, кем был король на самом деле. Женщина или ребенка. Единственная задача короля была защита его страны. Новый король был прекрасен и самоотвержен. Каждый раз он вел себя с собой армию, разя врагов на поле боя. Множество воинов как своей, так и вражеской стороны сложили в боях свои головы, но выбор короля всегда был верен. Она понимала значение слова «король» лучше, чем кто-либо. Когда король прав, никто не вправе сомневаться в его решениях. Не зная поражений, ее армия вновь возродила утраченную когда-то кавалерию, теперь она стальной рекой катилась по полю боя, метая вражеские построения. Просто роение. Катапульты же довершали дело, разрушая в прах стены крепостей. Она всегда шла во главе армии, не потому ли, что за ней была ее страна. Ради страны ей пришлось растоптать мечты многих. Избрав путь сражения, у нее не осталось иного выбора, кроме как уничтожить всех своих врагов. До военного времени было в порядке вещей, жертвовать одной или несколькими деревнями ради спасения всей страны. Но в этом отношении она не могла быть рыцарем, убившего больше людей, чем она. Читала ли она это своим проклятием? Я не знаю. Вряд ли сон может рассказать об этом. В ее гордой фигуре, несущейся по полю боя, не чувствовалось ни капли сомнений. Не было сожаления в ее глазах и тогда, когда она сидела на троне. Король – необычный человек. Нельзя защитить людей, вмешивая в дело эмоции. Она беспрекословно исполняла эту клятву. Руководствовалась ею при решении проблем и государственных вопросов. Ей удавалось ли удерживать равновесие в стране и безошибочно наказывать виновных. После очередной победы она следила за дисциплиной и разбирала сотни преступлений, если на то была необходимость, сурово карала. Королю Артурию неведомы человеческие эмоции, пытая приближенные к ней рыцари. Возможно, потому что все думали так. Но чем более совершенным она была королем, тем больше они с нее спрашивали. Человек, лишенный эмоций, не может управлять другими. Несколько влиятельных рыцарей оставили Камелот, но король воспринимал это как обычное явление и как часть процесса управления государством. Таким образом, любимый своими рыцарями король все сильнее отстранялся от них. Но подобные мелочи не должны волновать короля. Ее мировоззрение не изменится, даже если она будет брошена всеми, отринута или предана. Она стремилась нести справедливость, но не ждала, что с ней будут считаться по совести. В тот момент, когда она решила вытащить меч из камня, она отбросила свои эмоции. И тогда началась ее последняя битва. Битва при Баденхилле закончилась полной победой. Превосходство было не столь подавляющим, что варвары запросили мира. Она, жившая в постоянном страхе перед разрушением, получила, наконец, краткую передышку. Хаос, прибывший великого героя, закончился. И Британия, наконец-то, стала страной, о которой навсегда мечтала. Сцена начинает пропадать. Где-то в мыслях и понимая, что просыпаюсь. Мой сон заканчивается. Скоро картина исчезнет, и я окончательно проснусь. Но прежде, кое-что никак не дает мне покоя. Глупая. Я не спорю, что она должна была быть сильной и должна была уметь сражаться. Но это не значит, что ей это подходит. И я злюсь на окружавших ее людей. Если она сама не замечала, то почему ей никто не сказал? Почему она должна была совершать эту ошибку вечно? Боже, я окружал столько людей, так почему же никто из них не сказал ей правду? В общем-то, они даже похожи их судьбе, потому что потом Шекспир сама там потом
Просто хотел бы учить этот, в общем-то, артефакт, чтобы потом исполнить свое желание и вернуть все, в общем-то, вспять, в общем, чтобы она, в общем, больше никогда не меч это не... к тому месту вернуться, где она, в общем, меч никогда не поднимала и стала бы обычной, в общем-то, человеком, а не королем. В общем-то, об этом сожалела она, что стала в итоге. Так что, в том числе сам Шира, потом в будущем. Ну, это, в общем-то, об этом, конечно, все уже будет рассказано в второй арке, о нем, в данном случае, о главном герое. Каким образом он связан с Арчером. Вот, ну, в общем, на этом месте, думаю, стоит данную серию закончить. Начинается у нас новый день, получается, и... И, в общем, дальше уже мы выясним, что там дальше будет происходить. Так, самое главное, в общем-то, самая такая серьезная битва, очередная битва, в общем, закончена у них. Победили в итоге Берсеркера. Или, по-моему, получается, взяли с собой, качестве, не знаю, в качестве кого, конечно, но просто Шира решил смело и... пожалеть эту бедную девочку, которая тоже, сказать, сделали мастером. Желали она того или нет, понятно даже точно. Так, в общем, тем самым, получается, в общем, уже победили три слуги, это Арчер, Берсеркер и Райдер, остается еще, в общем-то, Слибер. И еще трое их врагов, это как раз Ассасин, Кастер, который пока еще не показывали, и Лансер. Вот так вот. Ну, еще кое-кто, которому, думаю, в будущем скоро узнаем, естественно. Так вот, как говорится, троянский конь. Вот там. Неизвестный слуга, который здесь тоже присутствует. Уж не будущем говорить о нем ничего пока. В общем, на этом месте мы данную серию заканчиваем. Увидимся в следующей по номерам 36. Если видео понравится, поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику от оскорбления. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители, подписчики моего канала. Всем удачи. До скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.